И всем привет, с вами Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я вам расскажу, точнее, расскажу, кто позвонит. И сейчас это проверим. Сейчас проверяем. И, блин, теперь не работает эта фигня. Да ну. А, вот, все. Сейчас ждем. Ждем. У меня сейчас должна сработать эта штука. И все должно получиться. У меня, кажется, ничего не пришло. Странно. Ладно. Сейчас. Так. Я вот думаю, сработает или нет. Пока что нету. Ну, никаких сообщений нету, поэтому я ничего не показываю. Сейчас. Ждем тогда. Должен прийти код. Итак, он пришел. Этот код. Сейчас. Вот он. Вводим. Enter. Обработка идет. Все должно все сработать. Если я правильно, конечно, все ввел. И. Так. Что еще можно сделать? Все, я тогда его удаляю. Удалить. Все, нет, ничего опять. Окей. Так, все, я вошел. Куда надо. Так. Сейчас тогда продолжим здесь уже. Итак, все. У меня создался мой Google, и теперь я могу спокойно, надеюсь, зайти в этот DeviantArt. Да. Так, здесь у меня ничего нет. Так, вот я могу, наверное, выйти отсюда, вообще закрыть все вкладки. Так, и сейчас мы будем регаться в DeviantArt. Извиняюсь, что я снимаю не так, как надо. Так, Навасов 1. Так, как регаться в DeviantArt? Так, Resend, Change e-mail, так как у меня не тот e-mail. Сейчас поставим другой e-mail тогда. E-mail. Допустим, все, я ввел, и теперь мне осталось только здесь в настройках только поставить пароль. Появилось окошко для сохранения пароля. И мы его теперь... Так, появилось окошко сохранения пароля. Мы теперь сохраняем пароль, выходим отсюда. Так, все, аккаунт создан. Теперь переходим в DeviantArt на главную страницу. И тут уже мы можем загружать свои какие-то фотографии. Ну, здесь вот DeviantArt, когда вот это все придет, верификация. Здесь вот, берем вот эту вот кнопочку, нажимаем. У нас открывается другая, и все, здесь можно перевести страницу, если вам надо. Ну ладно, для вас я переведу страницу. Все. Выключаем. Все. Теперь здесь можно добавлять фотографии. Сейчас покажу как. Если честно, я ни разу им не пользовался. Ладно, сейчас разберемся, как это делается. Блин. Итак, теперь здесь надо заполнить нашу, в общем, вот эту вот всю фигню. Настоящее имя. Ну, пусть будет, я не знаю, какое. Например, Алекс. Я напишу Алекс. Пусть будет Алекс. Так, не знаю, на русском найдет. Место Россия. Так. Биография. Тут можно написать все, что угодно. Я напишу ютубер. Или я не знаю, что написать. Не ютубер, давайте я напишу что-нибудь другое. Так. Я написал просто Навасов. Веб-сайт я пока что трогать не буду, потому что это мне не нужно. Так, да, нажимаем уровень. Здесь пишем, ну, то, что как это все делается. Я напишу вот это первое. Дальше. Селекте. Я здесь пишу, что здесь такое. Пусть будет вот этот Art Crafts. И теперь все. Теперь продолжить просто нажимаем. Все.
Здесь добавление фотографии. Я добавлю свою фотографию. Так, добавляем фотографию. Я добавлю, например, вот, ну, подождите сейчас. Мне вот нравится моя фотография, которая у меня здесь. Такая вот фотография, да, вот такая вот Мубаса. Да, достаточно нормально получится. Так, сохранить. Сохраним фотографию. Демитарция. Для сохранения, так, любимый художник, это можно все пропустить, если вам нужно, нажимаем просто отделка. Правда, не знаю. Так, ваш профиль почти завершен. Так, продолжи поиск. Всегда можно закончить его позже, перед тем, как продавать искусство. Ну, короче, так вот. Так, продолжить поиск. Окей. Теперь мы можем здесь добавлять какие-то свои фотографии. Объясняю, здесь вот нажимаете галерея, в галерею заходите, отправить. Отправить. Например, мне нужно отправить фотографию первую, которая у меня здесь. Например, вот, нажимаю Load. Вот она. То есть галерея, Load, и в Load я уже выберу фотографию, которая мне нужна. Например, вот я фотографию выберу вот эту вот. Да, я согласен. И у меня сейчас будет добавление идти. Добавляется. Так. Нет. Тут написано так. Тут я пишу нет. Так. Показать вариант оригинал пиксели. Там дается такая вот ссылка. Это ссылка на нашу фотографию. И все. Так, здесь можно выбрать, что это такое. Например, если мультфильмы, комиксы, например, Digital Cartoons, например. И это, например, какое? Ну, например, Painting, например. Ну, допустим, ладно. Допустим, такое. Или что-то еще выберите. Так, все. Опции. Здесь можно варианты публикации поставить, но можете просто и сохранить. Вот здесь вот кнопочка «Сохранить» есть. Вы просто нажимаете «Сохранить и закрыть» и «Подтвердить сейчас». Подтверждаете сейчас. Сейчас грузится у меня что-то не грузится. Пока что еще не загрузилось. Идет загрузка. Так, и можно уже нажать, если это сейчас сохранится, нажимаем вот так. Так. И теперь у нас эта фотография появилась у нас в этом, в нашем DeviantArt. По-моему, да. Сейчас проверим. Во всяком случае. Статс. Сейчас. И то есть вот наша фотография появилась здесь. Чтобы зарегистрироваться в DeviantArt, вам всего лишь нужно взять и написать свой Gmail. Я создавал свой Gmail, и поэтому вот как-то так. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи и всем пока.